Ураган Нейт, от которого пострадали страны Центральной Америки, обрушился на США вечером 7 октября 2017 года. Продвигаясь на север, мощность урагана продолжает нарастать. Штат Луизиана первым пострадал от сильного ветра, скорость которого превышала 35 метров в секунду. Вместе с сильным ветром на пострадавшие территории обрушились сильные дожди, вызвавшие наводнения и сошествие оползней. Ураган Нейт заблокировал дороги, разрушил мосты и повредил жилые дома. 5 портов на побережье Мексиканского залива прекратили перевалку грузов, а с нефтяных платформ эвакуируют персонал. Нейт осложнил ситуацию в регионе и без того потрепанным ураганами этого бурного сезона. Тысячи людей не могут вернуться в дома и спят в укрытиях, а на Коста-Рике почти 500 000 человек остались без воды. За последнее время это уже 4-й ураган, который сотрясает США. До этого над страной прошлись ураганы Харви, Ирма и Мария, которые опустошили Техас, Флориду и Пуэрто-Рико. История учит, что отсутствие единения человеческого общества на духовно-нравственных основах и совместных действий людей на планете, континенте, регионе в отношении подготовки к крупномасштабным катаклизмам и бедствиям приводит в результате к уничтожению большей части этих людей. А выжившие умирают от неизлечимых болезней, эпидемий, самоуничтожения в войнах и междоусобицах, в борьбе за источники жизнеобеспечения. Беда, как правило, появляется внезапно, порождая хаос и панику. Только лишь заблаговременная подготовка и единение народов мира перед грозящей природной опасностью дает человечеству большие шансы на выживание и совместное преодоление трудностей в эпоху, связанную с глобальным изменением климата планеты. Цитаты из доклада ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.